Более 150 мастеров из Беларуси и Украины приняли участие в выставке-ярмарке «Козюки». Ремесленные ряды на пешеходной улице Советской в Гродно сегодня были наполнены самыми разными предметами народного творчества. С неба падали огромные белые хлопья, гродницы раскрывали зонтики, поднимали воротники пальто и пристально разглядывали шедевры народных умельцев, которые упорно прятал снег. Изделия из шерсти, стекла, соломки, дерева, металла, бисера, чего только не привезли с собой украинские и белорусские ремесленники. Плетем, творим, радуем себя, жителей города, гостей города. Вот. Нам нравится. Хороший праздник, потому что сделали в Вильнюсе, и хорошо, что сделали у нас, потому что Казимир жил у нас, а умер там, поэтому обязаны как бы и мы праздновать этот праздник. Ремесленники не только предлагали товар, но и устраивали мастер-класс по различным техникам. На торжественном открытии праздника присутствовали представители власти и некоторых национальных объединений. В эти же дни очень широко проводятся и в Польше, и в Литве такие же ярмарки-выставки. Значит, Козюкас был мастером по дереву, по льну, и он утром привозил свои товары на рынок, продавал их. Ну и радовал народ. Народ и сегодня радовался необычному товару. Впереди 8 марта – уникальное изделие ручной работы, прекрасный подарок для любимых и родных. Ярмарка «Козюки» в Гродно – своеобразный мартовский бренд. Она проводится в память о святом покровителе мастеров и ремесленников в Святом Казимире традиционно и вернется в наш город ровно через год, 4 марта. Алла Внучко, Юрий Дубовик, новости «Гродно плюс».